Альманах произведений писателей и поэтов-любителей со всего мира готовятся издать в Первоуральске. В сборник войдут работы участников 4-го ежегодного конкурса «Уральский книгоход». Благодаря литературному конкурсу уральцы смогут познакомиться с творчеством малоизвестных поэтов и писателей. Каждый год «Уральский книгоход» собирает сотни человек с разных уголков мира. Участие в нем могут принять авторы любого возраста. Принимаются даже коллективные работы. В конкурсе 5 номинаций: детская проза и поэзия, художественная и документальная проза, поэзия и летопись родного края. Работы принимаются до 30 сентября. В декабре подведут итоги, после чего лучшие произведения соберут в сборник и отправят на печать. На сегодняшний день на конкурс поступило больше 100 заявок из России, Армении, Белоруссии, Израиля и Казахстана.